Мы запрещаем продавать украинскую сельскохозяйственную землю. И мы считаем, надо запретить правительству хоть какие-либо переговоры вести на международном уровне и торговаться сегодня за украинскую землю. Пані Наталія, чи є у вашому підході до земельного питання якісь але? Адже ми бачимо, що цього тижня певний ажіотаж навколо цієї теми. На початку тижня під парламентом протестували аграрії. Чи можуть бути якийсь компроміс, принаймні? Адже ми знаємо, що до кінця року діє мораторій і якесь рішення треба буде винаходити. Компроміс має бути один. Не трогать украинскую сельскохозяйственную землю. Все. Не имеет права украинский парламент, который сегодня состоит из народных депутатов, политических партий, которые не пользуются сегодня той поддержкой, которую они получили 2 года назад, принять единоличное решение за всех граждан нашей страны. Как вы ставитесь до идеи с референдумом щодо цього питання? Такой законопроект я зарегистрировала еще 1,5 года назад в парламенте. И я считаю, что такие решения могут принимать только люди. И вот еще, кстати, тоже требование МВФ – это начать широкомасштабную приватизацию. Вот мы тоже категорически против, чтобы сегодня за бесценок отдавали предприятия украинские и вот вместе с землей уже раздали все стратегические объекты. Сегодня нужно остановиться, нужно прекратить в этой агонии кредитов, безответственности, непрофессионализма принимать стратегические решения.